Здравствуйте, друзья. Итак, как всегда, работаем над безграмотностью судей и судебных приставов. Сам я борюсь с этим произволом вот уже 10 лет. С того момента, как судом в пользу говнобанка с меня взыскано все имущество. И даже дом, в котором я проживаю, несмотря на то, что это мое единственное жилье. Пока что все время это удавалось сдерживать натиск. Но еще поборюсь, я думаю. Но в одиночку противостоять такому механизму по отбору имущества, я вам скажу, очень сложно. Поэтому я решил поделиться накопившейся информацией и знаниями, с которыми все же можно и нужно бороться против такого насильственного поглощения имущества этой кровожадной машиной. Сегодняшним роликом я начну цикл обучающих передач, в которых буду рассказывать, как можно той или иной ситуации противостоять банкам или, если уже был суд, судебным приставам. Напомню, что это всего лишь мой личный опыт и мои конкретные действия, которые я предпринимал. Если кому-то покажется, что что-то неправильно, прошу сильно меня не винить, поскольку все знания происходили постепенно. Также по мере возможности буду подкреплять сказанное конкретными документами, которые сохранились еще с этого времени. Сегодня покажу, как я снимал судебный арест с автомобиля. Значит, после решения суда, когда взыскали с меня имущество, написал вот такое заявление. Да. Добавлю, что в решении наложен был арест на все мое имущество, дом, автомобиль, земельный участок. Так вот, я написал заявление о снятии ареста с автомобиля после уже состоявшегося решения суда. Написал судье. От такого-то, такого-то. Проживающего там-то, там-то, паспорт серии, адрес регистрации, город X, улица Y. Все контактные телефоны. Заявление о снятии ареста я написал. В марте в судебном решении заседание суда, состоявшееся такого-то, по поводу обращения ПАО «Говнобанк» с исковым заявлением ко мне, о взыскании с меня задолженности, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, сколько тут задолженности, рассмотрев ходатайство, суд определил наложить арест на автомобиль, тра-ля-ля-ля, идентификационные номера. Объясняю, мне был выдан кредит на сумму 4 миллиона рублей, Toyota оценена в 1 миллион рублей, задолженность по суде составляет 3 миллиона 400 тысяч. Отсюда следует, что по суде выплачено 570 тысяч. Что составляет больше половины стоимости Toyota. Решением суда обращено взыскание на имущество объект, право аренды земельного участка, расположенный по адресу город X, улица Y, с начальной стоимостью 4 миллиона 600 тысяч. Прошу вынести дополнительное решение, в котором снять арест с автомобиля марки Toyota. Написал. Не прошло там и двух месяцев или трех. Суд вынес постановление. Ну, то есть оно называется определение. Вот такое определение, читаем. Суд, значит, в лице таком-то установил. ПАО «Говнобанк» обратился в суд с иском. Тут тоже на заре советской власти пишется все это.
по ходатайству наложен арест на транспортное средство, автомобиль марки Toyota стоимостью 1 миллион рублей, в связи с тем, что ответчиком представлены доказательства, подтверждающие иную стоимость заложенного недвижимого имущества. Опять все цифры показываются. Ответчикам, то есть мной заявлено ходатайство об отмене мер обеспечительного характера, то есть ареста, в судебном заседании поддержал заявленное ходатайство в силу статьи такой-то, пишут тра-ля-ля-ля на заре судебной власти, поскольку решением обращено взыскание, стоимость которого превышает размер задолженности по кредитному договору, суд полагает, что при таких обстоятельствах мера обеспечительного характера может быть отменена, и отменил арест в отношении Toyota, подпись РПЦ. Далее судебный пристав, основываясь на том решении суда, также отменяет арест, пишет такое же постановление, судебный пристав такой-то в пользу взыскателя Говнобанк. Пишет. Снять арест с транспортного средства автомобиля марки Toyota. Значит, все эти аресты были сняты, что дало мне возможность сохранить некоторую часть имущества, в частности, этот автомобиль. И я его потом продал через год, а иначе бы его потом уже, как выяснилось, банк подавал на проценты, и вторично бы арестовали. Поэтому вот такой способ, кому подойдет, можно использовать. Ну, на этом буду заканчивать. Всем доброго здоровья и хорошего настроения. Спасибо.